На конкурс дети читают стихи. Я, Курмакаева Карина, ученица 2 класса. Сергей Михалков, под Новый год. Говорят, под Новый год, что не пожелаешь. Все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания. Нужно только, говоря, приложить старания. Не лениться, не зевать, и иметь терпение. И учение не считать за свое мучение. Говорят, под Новый год, что не пожелаешь. Все всегда произойдет, все всегда сбывается. Как же нам не загадать скромное желание? На отлично выполнять школьные задания, чтобы так ученики стали заниматься, чтобы двойки в дневнике не смогли пробраться.